«Братья и сестры» – один из моих самых любимых спектаклей в Малодраматическом театре. Я его посмотрела в первый раз, когда я училась на первом курсе в 2002 году. И с тех пор, вот сколько бы раз я его не смотрела, в разные годы, он был таким родным, тревожным, близким, незабываемым каждый раз. И поэтому, когда возникла вот эта история с тем, что мы примем от старшего поколения этот спектакль и будем играть его новым составом, для меня это было большое... Я желала этого, ждала этого. Трудно найти слово. Очень это... Ты понимал, в какую реку, не реку, какой океан ты должен погрузиться? И от этого было, с одной стороны, было как ощущение, что да, 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 с другой было ощущение к себе вопрос, как ты будешь там вообще плыть? Мне казалось, что это абсолютно невозможно. Вот как бы нам погрузиться в эту историю, что это какие-то абсолютно космические. Вот речь идет о каких-то, не знаю, кораблях, каких-то инопланетянах, каких-то вот, ну, как сказать, по не по чувствам, не потому, что там происходит, а потому, как мы могли бы это воспроизвести, передать это. И, конечно, вот эта наша поездка в Веркулу, она дала грандиозный толчок для рождения нового спектакля. Мы ехали туда за тем, чтобы увидеть людей, которые непосредственно сами пережили события, описанные Абрамовым, увидеть места, увидеть эту пинигу, увидеть дома, пообщаться с людьми. Но оказалось, как мне кажется, самым главным то, что нас, просто всю нашу компанию очень сблизила эта поездка. Потому что многие из ребят до этого были знакомы, были участниками спектакля «Гудамус», кто-то еще друг с другом не так хорошо был знаком. А вот эти 4 дня нас зацементировали друг с другом. Когда мы прочли книгу, это одно. А когда мы начали заниматься спектаклем, это другое. Вот когда мы поехали в Веркулу, и вдруг оказалось, что... Мне казалось, что это все так далеко, потому что деревня, потому что там в конце концов видно же, что руки у нас не, там, не плотницкие, да, если говорить о житии, ну, у меня и у нас у всех, у артистов. Но с другой стороны, видно, есть что-то в подсознании, что срабатывает. И когда мы приехали в Веркулу, вдруг стало как по кирпичикам складываться какое-то здание. Я вдруг понял, что я приехал в место какое-то, хотя я родом из Беларуси, но невероятно близкое. Я не знаю почему, это, видимо, люди. Это, видимо, люди. Что-то там, вот, когда ты ходишь по этим местам, что-то там в тебе такое поворачивается. Причем ты ощущаешь уже потом, когда приехал. Там как бы все, ну вот и покосить, и порубить, там все. А вот когда ты возвращаешься, вдруг вот постфактум такое, ты еще раз перечитываешь произведение, и вот какие-то вещи становятся чуть более понятны. Столкновение с такой любовью, с такой красотой, с чистотой, с доверием. Вот я не знаю, как, вот чтобы было понятно, как это объяснить, с чем мы там столкнулись. Вот там люди, когда их нет дома, они ставят палочку к двери, и это означает, что дома никого нет. Вот. Ой, господи. Это вот, понимаете, как, какая вещь.